Та-дам! Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Сегодня опять очередная речь. Короче, пойдет очередная эпопея по поводу чистки канализации. Честно скажу, те, кто живут в частном доме, наверняка прикалываются уже с этой темы. Тем, кто живет в простых домах, они не могут понять в многоквартирках, что это за херня, когда вот у вас канализация засирается. Вы начинаете лить всякие кроты, вы начинаете лить уксус, соду, вся эта фигня, короче, начинает еще больше забиваться там со стиральными порошками. Короче, в финале нихуя у вас не происходит. Прошу прощения за мой французский. Так вот, это уже, наверное, третье или четвертое видео по этой теме. Первые видосы я все время чистил, короче, одним типом троса. Но я вам скажу, для себя сделал сегодня открытие очень хорошее. Очень хорошие тросы для себя открыл, так сказать. Он уже более профессиональный, а не вот это говно, которым я все время пользовался. У меня тут бардак. Я разобрал, короче, у себя пол. Это, конечно, выглядит эпично. Пиздец польный. Надо даже линзу, наверное, протереть. Но... Ах! Но, вот. Я в основном, у меня тут дофига всякой фигни лежит. Я пользовался в основном вот таким тросом. Насадка, конечно, да, супер выглядит. Но есть один нюанс. То, что этот трос, вот такой светлого цвета, он быстро накрывается. Как только он начинает ловить петлю, все, вы не можете нормально работать. Но, ну, несколько лет я точно, какой несколько, много лет я пользовался этим тросом. Ну... В одиночку с ним не справиться. И получается, вот только вот так вот, короче, начинаем, можно продалбливать. Но это не то. Сегодня уже психанул, думал, крота куплю, но нет. Я взял трос польского производства. Спасибо одному человеку за то, что мне подогрел скидон нехеровый. Здесь 10 метров троса. У меня, в принципе, десяточка идет. Что мне здесь нравится? То, что... Этот трос жесткий, то бишь, вот такая вот штука, может быть, немножко другая, вставлена здесь, насколько я понял, и он намного жестче, темный металл, я не знаю, какой он там, каленый, не каленый, но он очень хороший. Насадка здесь получается вот такая, вы начинаете потихонечку проталкивать. И сами же вручную, без помощи второго человека, можете потихонечку прочистить, короче, постепенно канализацию. Потому что я обычно вот так вот проталкивал, но это не вариант. Самое нормальное, когда у вас идет, крутится вот эта штука, и в грязь она, в эту пробку, которая забилась там, крутится. Вот, сейчас... Набрал воды, уже прочистил. Сейчас посмотрим, как будет уходить вода. Честно скажу, тут несколько дней был просто адский трэш. Я не знал, что мне сделать. И был в конкретном шоке. Потому что, блин, руками этот мягкий трос, короче, забивать, это просто жесть. Сейчас, возможно, шлюпнет вода, может, нет. Не, очень хорошо уходит. И я трос потихонечку, очень аккуратно. Он, поскольку он жесткий, он очень хреново заходит. Я его потихонечку заталкивал. Учитывая то, что он жесткий, им легче пробивать пробку. До тех пор, пока вы не размотаете трос, чтобы можно было... нормально им крутить в канализации. Затем просто держался двумя руками, короче, за хвост. Одну держал, другую крутил потихонечку. Главное, чтобы трос был прямой. И прочищал, короче, канализацию. Сейчас уже, слава тебе, господи, уже все прочистил. Вода уходит. Помимо того, что она уходит в канализации, которая на кухне, она еще уходит и в ванну. Потому что был такой момент, то что когда я начинал прочищать на кухне,
когда я начинал прочищать канализацию на кухне, пробка, то у меня труба, получается, идет примерно вот так вот, под кафелем, здесь теплый пол, и соединяется, короче, с этой канализацией, и затем дальше идет, там у меня слив, и уходит на улицу. И получалось, что эта пробка оттуда где-то проталкивалась и забивала уже канализацию, которая здесь уходит на ванную вода. И вода ни хрена не уходила. Но это потому, что я не мог протолкнуть дальше трос. А сейчас я его по самую ручку запихнул туда. И получается, всю эту пробку я чисто вымыло. Все 10 метров засунул, короче, в канализацию и прокрутил нормально. Ну, сейчас надеюсь, то, что вода будет все так же хорошо уходить. Ох, со свистом уходит. Значит, мы нормально провели процедуру чистки канализации, и пробку она здесь не поймала при соединении с канализацией, которая идет от ванны. Все, вода очень хорошо ушла. В момент прочистки я еще врубал воду для того, чтобы остатки грязи смывало в канализацию дальше. И потихонечку, вот видите, уходит безо всяких там затруднений. Даже, наверное, перебора сейчас не будет, чтобы здесь вода не будет выходить. А может, поднимется, не знаю. Не, нормально уходит. Не поднимается, значит, прочистил очень хорошо. Блин, что же я раньше его не купил-то? И цена нормальная. Еще хорошо, что у меня один хороший человек скидку сделал. Короче, такой 10-метровый трос польский, если где-то достанете, вот, допустим, в Латвии, я вот в Елгаве сам живу, у меня в городе есть магазин Людвиг. Такой трос стоит 16 евро 22 цента. Я наклейку вам, наверное, покажу. А, во, веб-сайт есть. Если вам очень нужно... О, заходите на www.leocar.pl, и вы сможете наверняка ознакомиться с информацией, которую предоставляет этот сайт, и, соответственно, возможно, у них есть интернет-магазин, чтобы можно было приобрести такой трос для канализации. Потому что в частных домах это очень часто бывает, что люди мучаются, не зная, что сделать. Как видите, вода спокойно уходит. И здесь не создается никаких заторов. В общем, тем, кто занимается вот этим вот сексом дома, эта штука вам реально пригодится. Тем более, крот вы зальете там, ну, 3-4 литра, он вам один раз проест, и все равно, короче, будет засирать дальше трубу эту всю. А здесь тросиком нормально так один раз пройдетесь, и на долгое время будет вот тогда... У вас хорошая канализация. Кому было интересно, можете поставить так, можете поставить дизлайк, можете еще что-то там написать, кучу всякой фигни. Но если у вас есть, допустим, нормальные комментарии по данному вопросу, по тому, как намного лучше чистить канализацию, вы можете смело писать в комментариях. Также можете присылать свои видео в комментариях там же внизу. Посмотреть, мне будет очень интересно, как бы, и увеличить свой опыт, расширить свои познания в данной процедуре, потому что через какое-то время это все равно произойдет. Надо будет чистить опять канализацию, опять и опять, но интервал будет дольше, длиннее интервал. Потому что если чем лучше вы прочистите канализацию сейчас, то дольше у вас будет много спокойствия. Ну вот. Так что, если у вас какие-то есть замечания по данному вопросу, вы можете смело их выплескивать в комментариях.
я уже привык, то, что тролли пишут, мне как бы это, я не обращаю на них внимания, потому что, ну, что здесь сделать, там люди недалекого ума пишут. Но если вот конкретно у вас есть вот какие-то предложения, помимо застрелиться и отрастить волосы, то пишите, да, пишите. Подписка приветствуется, можете посты смело делать другим, но вот копировать видос не советую. Не советую. Все, всего хорошего, это был Джедай, ставьте пальцы вот так. Подписка, пока. Вот, и канализация вам в помощь.